Граждане, в стране вводится чрезвычайное положение. На улице может быть опасно. Просьба, оставайтесь дома. Дома сидите, там, блядь, машины сами себя починят, да? Я хоть квартиру получил по наследству, блядь, платить за нее все равно нужно. Дома сидите. Повтори, пожалуйста.
По данным, погибло 50% населения. Просьба, оставайтесь дома. На улице опасно. Граждане, чрезвычайное положение остается в силе. Внимание! Внимание! Возможно, это последнее сообщение. По последним данным, 95% населения погибло. Да пребудет с вами Господь Бог. Attention.
дни города мы молоды, нам так еще хочется жить одни. В море заливать горе, пить соленую воду, курить, печатать газеты, встречать рассветы, влюбляться в лето, кричать на балконе, спать на газоне, искать монеты. Стоял, значит, курил сигарету. Свет. Тебя все еще нет, тебя все еще нет. Напиши мне письмо из далекого своего города. Опиши свою жизнь, расскажи, где ты бродишь ночами. Дорогая, ты знаешь, тогда еще мы были молоды. Это глупо, но темная пропасть лежит между нами. Пока ты молчала, стоял, значит, курил сигарету. Тебя нигде нету, тебя нигде нету. Стою, значит, падает свет. Тебя все еще нет, тебя все еще нет.